Выставка «Форум Россия» проходит по поручению президента Владимира Путина. Участие в ней принимают все 89 регионов. Одна из главных задач мероприятия – продемонстрировать достижения страны и всех ее субъектов. Приморский край на выставке представил свой стенд, который знакомит гостей с основными успехами региона в разных отраслях экономики и привлекает туристов редкой природой и местными достопримечательностями. Как отметил глава региона Олег Кожемяка, Приморье – один из самых динамично развивающихся регионов России. Край с каждым годом становится все привлекательнее для инвесторов. Одно из непременных преимуществ – это уникальная природа, которая позволяет развивать туризм. Приморье – это форпост России, страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это прибрежные острова, архипелаг. Вот, то есть это прекрасные бухты, это несколько климатических поясов от субарктического до субтропического. Это уникальные животные, тигры, леопарды, которые представлены в том числе на выставке. В павильоне Приморья посетители могут узнать не только об особенностях природы, пляжном отдыхе и животном мире, но и о приморских предприятиях, их продукции и достижениях в кораблестроении, образовании, науке, строительстве и других отраслях. Здесь же гости выставки могут выбрать перспективные вакансии и трудоустроиться на крупные приморские предприятия. И безусловно, каждый может найти ту свою изюминку, то свое направление, которое его наиболее интересует. Это может быть туризм, это может быть потребность в новых производительных силах на тех предприятиях, которые у нас сегодня работают. Это возможность открытия бизнеса малого, среднего в наших территориях, опережающее развитие в свободном порте Владивосток. Безусловно, это работа в логистике и в торговле. Это работа с нашими странами, партнерами, прежде всего с Китаем, оборот с которыми составляет более половины всего внешнеторгового оборота. Подробнее об уникальном регионе также можно было узнать на сессии «Инвестиционный потенциал Приморского края», которая состоялась на полях выставки форума. В своем выступлении Олег Кожемяка рассказал о всех преимуществах края. Это туристическое направление, развитие промышленности, рост в жилищном строительстве и многое другое. Кроме того, глава региона отметил, что в Приморье строятся новые порты, а также модернизируются и расширяются действующие терминалы с общим грузооборотом более 160 миллионов тонн грузов. Каждый третий контейнер идет в Россию через Приморский край. Мы рассчитываем, что к 2030 году грузооборот у нас будет увеличен в два раза. Строятся новые транспортно-логистические терминалы, так называемые сухие порты. Полным ходом идет реконструкция железнодорожных и автомобильных мостов. Строятся новые дороги. Все это позволяет видеть новые рабочие места, новые налоговые поступления. Соответственно, это повышает и стабильность, и благосостояние жителей нашего края. Международная выставка «Форум Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. За это время посетители павильона Приморского края смогут ознакомиться с различными достижениями, которыми славится и гордится регион. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.